Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами в группе Клуб Таро. Я Владимир Коновалов, и мы говорим о северных рунах. Мы с вами сегодня проводим вторую трансляцию из серии трансляций о значениях рун старшего футарка. Мария, здравствуйте. Вот вижу, что вы меня смотрите. Так, сейчас я вам покажусь. Напомню, что это такое. То есть я вот думал, как лучше рассказывать людям о рунах. Но вот каких-то записей в YouTube, там прямых эфиров, где рассказывают просто значение рун, там значение старшего футарка, может быть, еще что-то там много. Поэтому я решил, чтобы интереснее было делать следующее. Рассказывать о значении руны и сразу же делать расклад, какой-то вот из раскладов в форме этой руны, о которой я буду рассказывать, для того, чтобы не только вот послушать вы могли, что же эта руна значит, а и сразу же посмотрели, какую пользу можно реально извлечь вот из формы этой руны. Может быть, для себя те, кто проявит активность, получили ответы на вопросы по поводу значений рун. Итак, давайте сейчас перейдем, в смысле, ответы на вопросы не только по поводу значений рун, а и по поводу каких-то ваших личных вопросов, с которыми вы хотели бы разобраться, потому что все расклады, которые мы с вами здесь будем делать, они, ну, такие полезные для повседневной жизни. Вот в прошлый раз, напомню, мы делали расклад «Один год жизни», где выкладывалось по руне на каждый из месяцев и смотрели, что будет вот у человека, спросившего в следующем году, в той сфере жизни, которая была обозначена, по каждому из месяцев. А сегодня мы поговорим о руне «Манас». Вот часто говорят «Манас», но я предпочитаю все-таки придерживаться тех правил ударения, которые вот в скандинавских языках присутствуют. Там, как правило, в большинстве слов ударение ставится на первый слог, поэтому я так произношу. Ну а расклад в форме этой руны у нас будет сегодня называться «Аура» и посвящен... Вот если прошлый расклад был прогностический, такой прогноз на год, то сейчас расклад будет диагностический. То есть вот вам о каком-то человеке нужно понять его текущее состояние, перспективность и разобраться, как с ним общаться. Соответственно, с помощью этого расклада вы сможете сделать для себя такую оценку. Ну, либо о себе спросить, тоже иногда бывает полезно. Но только о себе будет, если спрашиваете, то не каждый день делать, потому что любая система, будь то Таро, руны или норманы, или еще что-то, очень не любит таких вот повторяющихся одних и тех же вопросов. Итак, давайте поговорим о руне. Так. Ну вот, если говорить о футарки, то руна Манас, она находится вот в середине третьего ата, в нижнем ряду здесь представлена, и такая, как два флажка навстречу, да? Буква М с дополнительными черточками. Вот выглядит она вот так. И я вам сейчас расскажу о том, что эта руна значит в раскладах. Мы говорим в рамках этой серии трансляций только о предсказательных значениях, о мантических значениях. Да? Мы не говорим о рунной магии, о рунических формулах, ставах и так далее. Это, наверное, будет у нас отдельная серия. Итак, руна Манас изначально означает
дословно группа людей. То есть, как правило, вот человек, группа людей, еще плюс какая-то взаимозависимость внутри этой группы. Вот такая вот вещь. Сейчас я, в отличие от той руны, которую мы разбирали в прошлый раз, руна Иера, эта руна может быть перевернутая, и перевернутое значение тоже, ну, оно отличается от прямого. Давайте сейчас посмотрим на, ну, как и в прошлый раз, будем говорить о трех сферах, потому что наиболее часто встречаются расклады на что? На личные отношения, на бизнес и на здоровье. Вот что значит, если в раскладе на бизнес, на личные отношения или на здоровье встретилась руна Мана? Сначала по прямому, потом по перевернутому. Итак, если речь идет о бизнесе, прямая руна Манас обычно означает, что есть какая-то проблема, связанная с коллективом, сильно влияние человеческого фактора, либо не хватает специалиста. Часто в раскладе эта руна может означать, что для решения той проблемы, о которой вы спрашиваете, вам нужно будет привлечь дополнительно специалиста, либо у кого-то проконсультироваться. Такое тоже часто встречается. Иногда, в зависимости от того, вот в какой позиции она появится, эта руна может предупреждать, что, в особенности, если спрашивает начальник какого-то коллектива, да, что в коллективе какие-то нездоровые тенденции наметились. То есть они еще не, как правило, вот если она выпадает в прямом положении, еще не реализовались, но уже наметились. То есть либо там недовольство нарастает, либо какая-то другая негативная тенденция развивается. То есть если такую ситуацию запустить, то можно получить там парламентеров от коллектива, там какое-нибудь коллективное заявление и так далее. Ну, понятное дело, что в нашей реальности такие вещи, как правило, решаются достаточно силовыми методами, зачастую, но не всегда эти методы наиболее безболезненны для организации. Если вот в раскладе на бизнес выпала перевернутая руна Манас, здесь, ну, вообще перевернутый Манас — это скорее всего распад группы или потеря человека. Если на бизнес гадание, то значит от вас кто-то уйдет. Если вы о себе спрашиваете, возможно, вы уйдете с той работы, на которой сейчас работаете. Могут быть какие-то происки конкурентов. Если иногда, если человек спрашивает о причинах неэффективности вот, организации и выпадает перевернутая руна Манас, это значит, что наоборот кого-то нужно убрать из коллектива. Может быть, у вас слишком много людей работает и вы раздули штат. Так. Ну вот это если говорить о бизнес-значениях. Если мы делаем расклад на личные отношения. Прямой Манас на личные отношения очень хорошая руна, да, потому что она во многих случаях означает, что вы наконец-то нашли нужного человека или отношения с этим человеком, о котором вы спрашиваете, у вас сложатся, потому что это руна взаимопонимания в этом случае. Если вы собираетесь, допустим, в дорогу куда-то, да, либо собираетесь какое-то дело делать, и вам выпадает вот вместе, не бизнес-дело, да, а там развлекаться или еще что-то, то руна Манас может говорить, советовать, да, делать это вместе. Ну, грубо говоря, там, встречать Новый год всей семьей. Или там, ехать на море там, не по отдельности двумя партиями, пока одни работают, другие едут, а всем сразу.
Такое тоже может быть. Если в личной области манас выпадает перевернутым. Ну, я уже говорил, что перевернутая руна манас — это или уход человека, или распад группы в большинстве случаев. То есть, скорее всего, вот, пара распадется. Если вы спрашиваете совета, то это может означать совет, ну, разойтись, разорвать отношения, которые уже себя изжили. Не обязательно там это какие-то вот семейные отношения, может быть, отношения с другом, там, не знаю, общение с соседями. Ну, вот такие вот вещи означают перевернутая руна манас в личном смысле. Здоровье. Третья наиболее часто встречающаяся сфера. Вот если на здоровье руна манас выпала в прямом положении, это совет прислушаться к своему организму. Да? Здесь вот это вот взаимопонимание как раз в таком смысле преломляется. То есть прислушаться к тому, что хочет ваше тело. Не следовать слепо советам, либо традиционным способом, там, не знаю, работы со своим здоровьем. Ну, допустим, если принято, да, что если вы там начали плохо себя чувствовать, у вас там появились головные боли, да, или еще что-то такое, нужно что? Нужно пить болеутоляющее. Что еще там у нас типично будет? Нужно лежать, ждать, пока у вас не пройдет. Как только голова заболела, ложимся, не двигаемся, ждем, пока пройдут спазмы сосудов головного мозга. Да, выпадает манас. Вы слушаете, что вам хочется. Вам хочется выехать на природу, там, поменять место расположения свое. Такое может быть. Вы просто выезжаете там, в другой район, немножко перемещаетесь, и у вас отпускают головные боли, потому что они были связаны на самом деле с тем, где вы находились в этот момент. Вот совет именно такой. Прислушаться к своим ощущениям, к тому, куда вас ведет ваше тело. Если перевернутая руна манас попадает в раскладе на здоровье, то это не совсем хороший прогноз, скажем так. Если речь идет о человеке заболевшем, нужно смотреть на те руны, которые находятся с ней рядом в этом раскладе. Потому что если стоят руны там Турисас, Хагалас, Эйвас, то это предвещает какой-то кризис в болезни, причем исход может быть любым вплоть до самого нехорошего. Если стоят позитивные руны, там Соул, не знаю, Вуньо, Геба, то здесь как вариант, может быть, на этого человека влияет плохо то окружение, которое сейчас есть. Может быть, его нужно, если он лежит дома, то переместить в больницу. Да? Если он в больнице, то может быть, наоборот, домой, чтобы его не тревожили вот люди, которые там вокруг него большое количество находятся. Может быть, этого человека не устраивает, не нравится, нервирует его, не знаю, врач, медсестра, сосед по палате. Нужно в этом разобраться и вот решить эти вопросы, потому что, ну, иначе это может плохо сказаться на здоровье человека. Вот такая у нас руна манас в предсказательном смысле. Ну, теперь давайте перейдем ко второй части нашего сегодняшней встречи и поговорим о раскладе аура. Вот я сейчас вывел на экран картинку, как это выглядит. Да? То есть расклад по форме повторяет руну манас и
С помощью этого расклада вы можете, ну, продиагностировать, что ли, просмотреть вот возможности, там, состояние человека, с которым вы собираетесь общаться, с которым вы хотите работать. Для, если вы вот рунолог, да, то этот расклад может быть сделан в начале консультации или перед консультацией, чтобы лучше понять вашего кверента, того, кто пришел к вам за советом, пришел с вопросами. Тогда вам будет лучше понятно, что ему советовать, как с ним работать, как интерпретировать вот те руны, которые выпадают. Давайте мы с вами сразу, сейчас я наведу на стол камеру, будем выкладывать руны и, ну, трактовать там, что у нас по этому поводу получается. Я попрошу людей, которые сейчас смотрят трансляцию, написать, кто из вас хочет, чтобы для какого-то человека, вот, о котором нужно ситуацию прояснить, что можно прояснить? Эмоциональный фон этого человека на какой-то момент, по какому пути, ну, вектор, направленный в будущее, по какому пути будут для него развиваться события, именно для этого человека. Прибежище человека в трудные минуты, то есть куда он в трудные минуты обращается, скрытые слабости личности, которые могут каким-то образом сказаться на результатах общения, ментальные проблемы, которые у него есть, неизвестные факторы, которые неизвестны вам о нем, но могут повлиять на результаты вашего взаимодействия. Упущенные возможности, потерянные шансы этим человеком, о котором делается расклад, да, и то, что следует отбросить вот этому человеку, о котором задается вопрос, от чего ему следует избавиться, чтобы стать более эффективным. Ну, как вы эту можете информацию использовать? Либо с ним поговорить, ему что-то посоветовать, либо просто понять для себя о нем, что вот он несет на плечах что-то, что мешает ему работать. Но я сейчас вот прошу написать мне, кто хочет, чтобы для человека, о котором вы хотите узнать вот больше, чем знаете сейчас, сделали этот расклад, напишите «я хочу» и желательно имя этого человека, чтобы я лучше на него настроился. Ну, можете свое имя написать, да, ну тогда у вас этот расклад будет. Пока вы думаете, собираетесь с мыслями, я скажу, что у нас собирается группа, у нас есть курс по обучению рунам, по обучению работе с северными рунами. Курс этот вводный, то есть там мы знакомимся с рунами и знакомимся с различными сферами их приложения. То есть в основном работаем с предсказательными значениями рун, касаемся использования рун для там, личного развития и магического применения, а именно рунические ставы различного рода. Здравствуйте, я хочу себе, вас зовут Инна. Инна, хорошо. Инна, сейчас мы для вас сделаем. Сейчас вот мой партнер выставит в комментариях ссылку на страницу, где содержится программа этого курса. Курс состоит у нас из 10 занятий, стоимость 2,5. Людмила Ворожко, привет, Людмила. Курс состоит из 10 занятий, стоимость 2500 гривен. Зарегистрироваться можно за 400 гривен прямо у нас на сайте. То есть там есть форма оплаты. Если вам удобно так платить, если вам удобнее на карточку Приватбанка, то вот сейчас мой партнер также выставит номер карточки, на которую можно
оплатить 400 гривен, и мы поймем, что вы зарегистрировались на этот курс. Итак, Инна, давайте сейчас я навожу камеру, и мы начинаем работать. А вас? Ну, смотрите, здесь могут быть какие-то вещи о вас, которые вы, естественно, уже знаете. Может быть, вы о себе узнаете что-то новое, в особенности в позиции скрытых факторов. Так, одну минутку, сейчас я навожу камеру, переключаюсь на нее. Да. Так, хорошо. Листочек будем выкладывать. Итак. Инна. Текущий у вас эмоциональный фон, ну потому что от этого эмоционального фона действительно, как правило, многое зависит. Вот интересно, как эмоциональный фон выпадает руна Ансус. Ну это вообще руна Одина в прямом положение, ну вообще-то руна такая вот касающаяся языка, касающаяся разговора, иногда указывает на юридические вопросы, но в этом смысле я думаю, что это говорит о том, что у вас есть что-то, вас беспокоит, да, невыясненность каких-то отношениях, да, и для того, чтобы вот это беспокойство снять, вам желательно там с каким-то человеком, с которым это связано, выяснить отношения. Вот здесь я вижу интерпретацию этой руны таким образом. Далее, вектор будущего. По какому пути будут развиваться вот для вас события? Интересно. Еще интереснее. Руна Лагус. Почему интересно? Потому что руна Лагус — это руна, которая означает, ну, женщину средних лет, магическое воздействие или ведьму. То есть, скорее всего, события для вас в дальнейшем будут связаны с какими-то эзотерическими практиками. Ну, я не думаю, что это к вам будет применено какое-то воздействие, да? Я думаю, что, скорее всего, вы будете что-то делать в плане развития эзотерических знаний, работы с эзотерическими практиками. Также это может означать, что вам предстоит очень активное взаимодействие с женским коллективом. Так, позиция 3. Где вы находите, что вас утешает, да, в трудные минуты? Вот такое прибежище человека в трудные минуты жизни. Вот вообще интересно. Руна Феху в прямом положении. Почему интересно? Потому что, ну, дословно руна это Феху, это вот скот, да, перевод с древнескандинавского. Ну, в нынешнем понимании это материальное благо. То есть о чем это может говорить? Что вот в трудные минуты вы склонны, ну, создать для себя какое-то вот ощущение комфорта именно в материальном плане. Возможно, вас успокаивает поход по магазинам, возможно, вот создание вокруг себя дома какого-то такого комфортного мирка, ну, грубо говоря, вот можно вокруг кресла поставить там все красивое, перед собой там, да, смотреть в сторону дорогого телевизора и не замечать, что, я условно говорю, сейчас ни в коем случае не хочу о вас что-то сказать конкретно, потому что я просто ничего не знаю, я предполагаю, да, и говорю это для примера, не замечая, что там за спиной у вас дыра в обоях, то есть вот от этого отвернуться, ну, то есть в каком-то вот мерке материального благополучия вы находите утешение в трудные минуты, ну, еще раз повторюсь, возможно, поход по магазину. Далее, четвертая позиция, скрытые слабости личности. Вот
такая вот позиция. И здесь у нас перевернутая руна Беркана. Тоже такая интересная руна, потому что она означает замужнюю женщину, хранительницу домашнего очага. Вот перевернутая руна, что она может означать? Она может означать неустроенность именно домашнего очага. Может быть, вы там не хотите им заниматься, или вас это раздражает, либо ваши домашние проблемы негативно отражаются на вашей работе. Вот какое-то такое неустройство, неудобство, проистекающее из того, что у вас дома не все в порядке, или вам что-то там не нравится. Ну вот такая позиция, которая ослабляет вас по жизни. Давайте дальше смотреть. Следующая руна у нас ментальные проблемы. Ментальные проблемы. Руна Эвос. Руна Эвос, ее буквальное значение — это вот восьминогий конь Одина, Слипнир, да? Он чаще всего, эта руна связана с умственной работой. Что может быть здесь ментальная проблема? Да? То есть здесь я могу предполагать, что вы, ну, может быть, каким-то образом не очень сомневаетесь в своих умственных способностях, скажем так. Может быть, вас кто-то убедил в том, что ваш ум недостаточно остер, либо вот с этим связаны какие-то, потому что ментальная проблема — это, как правило, какие-то психологические недовольства внутренние там собой, либо там психологические слабости. Вот у вас именно с умственной работой связаны какие-то проблемы, которые, наверное, отражаются на ситуации. Неизвестные вам факторы. Ну, поскольку вы клиент, да, неизвестные вам факторы. Выпадает руна Хагавас. Руна Хагавас. Вообще-то это буквальное значение град. Да? Ну, дословно вот что-то надвигается, да, что конкретно надвигается, вот одна руна не позволяет сказать, да, но что-то существует, некая угроза в данный момент, причем она достаточно серьезна. То есть вам нужно посмотреть на свое ближайшее окружение и ну, предположить, что это может быть, начать к этому готовиться. Потому что руна Хагавас, она как правило, работает? Она работает так, что если вы не учтете ее появление и не подготовитесь, там, не начнете что-то предпринимать, то, скорее всего, вот эта вот надвигающаяся буря, ну, принесет вам значительные неприятности. Если вы подготовитесь, то вас ждет такие серьезная борьба, да, но вы из нее выйдете с новым опытом и новыми возможностями, то есть это можно обратить себе в развитие. Но вот будьте наготове. Седьмая позиция. Упущенные возможности, потерянные шансы. Руна Ингус. Так, вот эта руна означает, как правило, прорыв какой-то закольцованной ситуации, то есть разрыв ситуации, которая движется по порочному кругу. Какой-то выход на новый уровень, стремительные изменения, может, повышение квалификации, там, для студента там, какие-то экзамены может означать. Вот в позиции потерян упущенные возможности,
здесь что-то, ну то есть, грубо говоря, так вот, как я это могу сейчас себе представить, у вас был шанс вырваться из круга, по которому вы все время ходите, но вы почему-то им не воспользовались. Возможно, не хватило энергии. Возможно, исходя из вот этой вот руны, вы сами себе не доверяли. А вот эти вот факторы этому способствовали. Но вот что-то было такое, что могло позволить вам выйти на качественно новый уровень, но этого не случилось. Давайте смотреть позиция, что вам следует отбросить, чтобы не нести на плечах в будущее лишний груз. Вот так вот. Отива в перевернутом положении. Что значит эта руна? Вот буквальное значение — это дом, недвижимость, домашний очаг, предки, может быть, кто-то, о ком нужно заботиться. Да? В перевернутом проблеме, в перевернутом варианте, это значит, что не лады с домочадствами, проблемы с домом, проблемы с недвижимостью. Я бы сказал, что вот на вас тормозом висят, ну, исходя из вот этой вот еще появившейся здесь руны, какие-то проблемы с семейной, возможно, с родителями, возможно, с вот какими-то действительно домочадцами, с которыми вы живете в одном, ну, в одном доме, да? И это вас, ваше развитие тормозит. Если вам удастся каким-то образом от этого груза избавиться, возможно, переехать. Но я понимаю, что это не всегда возможно. Возможно, каким-то образом ограничить взаимодействие вот с теми, кто вам мешает. Ну, часто такие вещи, если это вам доступно, часто такие вещи решаются там, через денежные затраты. Если есть такая возможность, то лучше отдать деньги, чем вот себя тормозить таким образом. Ну вот то, что я могу сказать, исходя из расклада. Да? Такую картинку мы нарисовали для Инны. Я понимаю, что вам это могло не понравиться, то есть картинка не очень позитивная вышла, но я вот просто вам транслирую то, что говорят руны. То, что с помощью этого расклада мы смогли выяснить. Я стараюсь всегда, ну, скажем так, смягчать формулировки, но не приукрашивать ситуацию, потому что часто это создает проблемы для клиентов, которые ко мне обращаются. Ну, надеюсь, что смогу для вас ситуацию прояснить и о чем-то, возможно, предупредить. Ну, а мы с вами сейчас будем прощаться. Я напоминаю, что вы можете обратиться, Инна, все в точку. Ну, то есть, да, руны, они, как правило, говорят правду, в особенности, когда ими, ну, если уметь ими пользоваться. Приходите к нам на обучение, вы тоже сможете такие вещи делать. Это, в общем-то, несложно, важно научиться настраиваться, познакомиться с рунами, и они будут вам говорить правду. Предупреждать о трудностях, давать советы в сложных ситуациях. Да, собственно, вот ссылка на программу курса есть в комментариях. Стоимость 2500 гривен. За 400 гривен вы можете зарегистрироваться. Дальше мы с вами свяжемся, обсудим дальнейшее взаимодействие. Можно заплатить на сайте, можно вот на карточку PrivatBank, которая здесь приведена. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Следите за моими прямыми эфирами.